Вау! Так, ну вот. Бум! Ладно, поглядим. Ну вот, с почином первый монитосик. Какой монитос? Ты думаешь, я тут вижу? Царек. Царек, по-моему. Сильно боюсь пока тереть. Наверное. Да у меня есть. Она сама вся мокрая, Димка. Не знаю, сейчас. И вот тут явно вылетел советик, наверное. Сейчас я. О! 2 копеечки. Две копейки, 50-й год. 2 копейки, 50-й. Как только что из СССР. Вот, прям пальцем протер. Одна сторона. И вот вам вторая сторона. Вот сколько смотрю копарей, никогда не верю. А тут золото партии прямо отменное. Вот удачный сигнал. И прямо вылетело как есть. Даже боюсь чистить. Сейчас. Очень такое. Ну, толстенькое. Не знаю, давай лучше подсушу. Потом покажу, приложу. Ну вот, теперь уже я ее немножко почистил. Получается 3 копейки 24-го года. Ну, вот такой вот номинал неплохой. Сохран, конечно, обещает лучше. Но пролетарий всех стран... Он чуть-чуть видно, а здесь вот трешечка видна. Хорошо. С почином. Спасибо, дедушка Хабар, спасибо. Вот он, ямка. И вот он, сигнальчик. Прямо отлетело вот от большой кучи. Думал в ней, потом уже проверил. И вот она отлетела прямо сюда. О! Трешечка. Это у нас золото партии, то какой год, никак не врубаюсь. Оп. 26-й, по-моему. Да. Копеечки 26-го года. Неплохо, неплохо. Василий Дмитриевич, спасибо дедушке Хабару. Сохран, конечно. Обещал бы быть лучше, но что сделаешь? Вот такая она. Ну да, желанная и далекая. Так. Вот она, интересная осень. Красивая. Мало того, что желтые листовые кучи, но и грибов красивых. Вот это я точно знаю, что это подберезовичек. Смотрите, какой большой. Вот. Среди листьев. Но рвать не буду. Он уже немножко старенький. Поэтому вот так вот только полюбоваться на него. Даже издали красиво. Опущусь на самый уровень, как он стоит на красивой ножке. Будто дед-лесовичок. Такой красивый, обаятельный. Вот так вот идешь по лесу. Погулять, а сам встречаешь кучу грибов. Вот так вот. Вот такой вот блиндажик. Вот выкопанная бочка, вот как раз там видно, что она топилась, где. И вот наши друзья, комрады постарались, здесь разрыли вот блиндаж, насыпавшийся. И вот она, глубина где-то на 1,5 метра, наверное, точно есть. Вот такая вот небольшая блиндажная точка. А там вот ров и ручей. Интересно. Сигнал был почти медный. Оказался алюминичкой. Это вермахтовая пуговичка.
от белья. Вот у нее как раз эти три отверстия, и вот она вот такого плана. Это от нательного белья вермахтового. Значит, что-то здесь. Да. И вот, господа, целая куча подков. Фашисты здесь хотели перебываться, и у них ничего не получилось. 14 штук. Так что, нет, сил у нас не хватит их тащить. Нет, мы геолокацию скинем, кому надо, пускай приходит. Да. Забирает. Так что, это только на счастье, это не металлолом. Они, блядь... Ну, вот Димон тут поднял. Блин. Ну, на обочине, дороги. Я офигеваю, он только что из рейха. О, смотрите, в краске. Это не алюминиевая, это сверху краска серая. И вот тут клеймо. Так, 40-й год. Обалдеть. Только, только что из рейха. Ну да. Клеймо, конечно, интересное и редкое. О, блядь. Я его нахуй выдалбливал, пиздец. Ну. Все, Димон. Так, сейчас, обожди. Это видео. Ну вот. Димка зацепил под шлем. И вот на нем клеймо. Б и К фирма. Берлин. 1937 год. Кусочек вот такой. И вот еще у меня продолжение. Ну, Димка сейчас ищет. Должна быть еще третья часть. Где-то она, наверное, должна быть. Есть. А так вот он, под шлем. Довольно-таки неплохо. Вот дырочка под клаймер. И где-то там должен еще размер быть. Ну, тут вот Димон зацепил интересную штуку. Это... от вермахтовой касочки. Но смотрите-ка, она в фельдграу полностью. Даже не мятенько, ничего. Дима, ищи, каска здесь должна быть. Каска? Ну, то есть она у него расстегнулась. Он ее потерял, блядь. Вот я. Давай, убирай. Вот так. Восстановился топор после суток в щавеловой кислоте и двух суток в лимонной кислоте, пролежав топор, был в ужасном состоянии. Вот сейчас он выглядит вот так, до шлифовки. Вот. Он кованный, если видно. Вот здесь вот вставочка. Сейчас сфокусируется камера. Вот здесь вот вставочка. Если вы видите, вставлялась и сковывалась пополам. Здесь присутствует гвоздодер, очень легкий столярный инструмент. Сейчас продолжим его шлифовать, посмотрим, что получится на данном видео. В следующее видео мы вам покажем, что получилось. Приступим к шлифовке. Топорик уже насаженный на топорище. Вот он, вот так вот. Сейчас немножко пошкурю. Вот он такой будет выглядеть. Он такой вот небольшой топорик. Выглядит вот так вот. Немножко там сейчас подзабью. Клин еще вобью, сейчас его отшкурю, немножко морилочкой покрою, и будет все замечательно. Но исход близок топора, найденного на полях нашей страны. Вот он, раритетный топор, острый, ровный, как моя жизнь. Ну все, будем снимать потом окончательный.
результат. Ну вот, покрыл морилочкой. Тут он высохнет сейчас. Нормально будет. Красивый, раритетный топор. Очень красивый. Потом насадим, вставим клин, и будет рабочий инструмент. Вот он так вот. Да, вот он. Красивый буковый цвет. Ну вот весна опять потревожила жуклауса. Ну как это смотрится, прям под листья уходит. Сейчас мы его поближе рассмотрим, чтобы вы испугались. О, какая злюка. Да, я его потревожил. Удрал. И вот мы наткнулись на колючую проволоку, которая вросла в дерево. Выходит с одной стороны, выходит вот в землю с другой. Так что вот такие чудеса природы. Вросла капитально. И вот с глубины почти штыка вот такая вот штуковина. Это вот, наверное, конинка, она приклепывалась. И вот здесь у нее висюлечка такая. Интересная штучка. Такая фигурненькая. Палец я уберу, и вот. Медненькая, интересненькая. Ну вот. Лесной клопик вылез погреться на солнышко. Трогать его не надо, потому что он вонючий. А так сидит себе и не пахнет. Лапкой шевелит. И все. Вот люди, посмотрите, что вы делаете с природой. Вот сделали навес люди, чтобы посидеть комфортно. Лавочки все сделали. Правда, вот от снега повредилась крыша. Люди, как их сказать, не люди, порезали, готовы порезать, порвать, оторвать, поломать. Вот здесь вот написано, да, вот кто-то написал: товарищи, прошу, очень вас прошу, не мусорить, не ломать, сделано для людей, убирайте за собой. Вот так люди убирают за собой. Вот так вот они убирают за собой. Вот послековидная маска, зараженная, так сказать. Вот люди так вот отдыхают. Все вот сделано для людей. Вот так вот люди отдыхают. Вот так вот люди отдыхают. Сделано для людей. А люди, вот они как поступают. Им лишь бы вот поломать, порезать. Убирайте за собой. И приходите нормально отдыхать. Это все сделано для вас. Вот даже иконка вот здесь вот. Да любите друг друга. Умейте отдыхать на природе. Не будьте свиньями. Ну вот как выковырил, сразу видно, блестит. Ну это... О, это вам не сотовый телефон. Вот это и есть маленький микрофончик от телефона. Так что подарок из прошлого. Наверное, какие-нибудь надписи-то я потом найду на нем, когда отмою. Вот такая вот штука. А вот что-то есть. По-моему, да. Сейчас посмотрим. 1949 год. Нехило. Ну вот тут
Димон зацепил хороший сигнальчик. И вот он. Оба-на! Да. Наверное, советик троечок. Давай. Почти онлайн. Так, пойдем шашлык смотреть. Да. Как он. Так. Горит-то. Вот он уже у тебя. Одна сторона подрумянилась немножко. Опа. Не, курица мне всегда нравится тем, что проблем никаких не возникает. Ну что-то жар не очень. Нормально, май, он сейчас раскочегарится. Надо мангал новый купить. Вот наша беседка. Копорская беседка. Вот. Вот. Вот наша. Ура. Беседочка. Мы здесь. Это, как говорится, это продолжение сезона у нас пока. Нет, это перебивки. Не продолжение сезона, так сказать, можно сказать. Это только начало сезона. Да, по идее. Что у нас? Мы почти до ноября месяца копаемся. Ну, считай октябрь, вот ноября. Вот, если тут тоже, видите, природа красивая. Да. Там вот есть ФОК. Ты не выдавай сразу. Тут полная маскировка у Димона. Да. Чтоб никакие вертолетные войска нас не нашли. Да. Ну я говорю, Копорский штаб. Да. Самое главное, что мы, блин, без спиртного. Да. Без шампанского. А ну да. Взрывного. Но с пивом безалкогольным и соком. Зато в удовольствие. Да. Будем. Все, будем. За хороший коп, он у нас всегда удачный. Самое главное, чтобы вот этих не попадалось больше. Да. Не мусориться. Я говорю, чтобы нам больше вот этих банок не попадалось на копах. Ну, это вообще что-то. Ключик звенит от... Вот они. Вот они. Лапки Буша пробежали. Лапки Буша. Вот они. А это уже готовая партия. Да. О, даже муха прилетела. Угу. Довольная. А чё ж ей недовольны? Сколько ей еды тут навезли. До следующего лета. Всё. Не, ну мой же мыша. Да. Так, закрывай, Сань. Так, это я сейчас. Вот да, ну жди. Вот это. Еще никуда не. Оставьте. Скакер. Котер. И крутимся у одного блиндажа, блин. Потерпите, перекурите, как говорит Гельмут. Блин, не видно год. Да. Год не видно, 30 какой-то. Ну, подожди, если... Ну-ка, переверни, там пролетарии всех стран. То, знаешь, до 30 какого-то. 30. СССР. СССР, значит, это, ну, 36-й, ну, вот после 35-го. Ну, а, поплевали. 36-й. Ну, вот, я же говорю. Ну, вот. Вот они, монитосики, так и попадают. Главное, все почти, я тебе говорю, вон. 36-й год. Ну, вот. 3 копейки. Супер. Держите, Василий. Нам в коллекцию. Да, вот он. Красавица. И прям недалеко от... Да, от того места, где мы расположились.